Йо-йо-йо, здорово, народ! С вами Диман Масл, черт подери! И сегодня мы поговорим об Андроиде 14 и Мирпэй. Были спокойные люди, которые просто пользовались Мирпэем, а теперь он у них не работает, после того, как они обновились на Android 14. И они мне пишут в Телеграме очень часто о том, что «Эй, Диман Масл, Android 14 обновился, Мирпэй не работает». Я такой... Сочувствую, но были и другие люди, от тех, которых я уже не уважаю, которые, когда я рекламировал свою видеоинструкцию и программу по смене региона, которую я продаю за 300 рублей, наживаясь на вас, они мне писали: «Да иди ты нахрен, дурачёвый Диман Масл, не нужна нам твоя видеоинструкция, не нужен нам твой Samsung Pay, у нас работает Мир Pay». Заебись, как работает. Так что иди ты в жопу со своим Samsung Pay. Кому он нужен вообще? Подумаешь, Мирпэй иногда лагает. Подумаешь, у него не добавить карты эти скидочные всякие. Это нам не надо. У нас Мирпэй, у нас все прекрасно. А теперь, ой, не работает. Ты подумай. Короче, смотрите сюда. Показываю. Значит, надеюсь, вам видно. И надеюсь, у вас все не вверх ногами. Но вот здесь вот написано, что после обновления на 14 Android Mirpay отказался работать. Типа он смотрел мой шотс и помогает мне, подписчик. Решается просто. Заходим в настройки телефона, выключаем Google сервисы. Вот, видите, в приложениях находим сервис Google Play. И отключаем их, и сразу включаем обратно. И все работает. Даже перезагружать телефон не надо. Уже оплатил после этого, все отлично, как и прежде. 23 Ultra KSA. Но я это скидывал тоже людям, да. И у кого-то нету кнопочки выключить. Просто она серая, например, да. То есть просто серая. Сейчас я могу вам показать. Вот. Вот, просто кнопка серая. И, соответственно, потом он написал, что у него решилось сбросом всех настроек, полночи все восстанавливал, но после того, как Мирпэй скачал, включил сервисы, зашел в Мирпэй и все заработало, включил сервис обратно и все ок. В любом случае, спасибо, хорошего дня. То есть у кого-то решилось таким способом, да? У кого-то еще какие-то жалобы были, и приходилось сбрасывать телефон до заводских настроек. Ну, как бы не каждый готов терять все свои данные, да? Понятно, что это глюк Мирпэя, но просто удалить его и скачать заново не помогает. Поэтому я вот даже вам не знаю. Вот, кто-то пишет, что типа все равно при отключении Google сервисов работает, при выключении перестает работать. Но опять же, наверное, все-таки надо сбрасывать чуть ли не до заводских, получается. Короче, хрен его знает, я Мирпэем не пользуюсь. Поэтому еще раз продвигаю вам свою идею, что вы можете сами, или купив у меня видеоинструкцию, сменить регион на своем телефоне на SER для Samsung Pay со всеми банками, или на XXV Vietnam для записи звонков, и Samsung Pay, с Тинькофф, и ВТБ, и еще Home Credit Bank, кстати. Вот такие вот дела. Плюс, даже не используя Мирпэй, вы можете использовать все равно на 14 Android SberPay, Samsung Pay, ой, нет, Samsung Pay. SberPay, AlphaPay, Тинькофф Pay. Так что как бы платить, вы в любом случае что-то сможете. Вот такие вот дела, вот такие вот новости. С вами был Диман Масл.